Я тут по карте посмотрел, наша любовь проснулась. А, ее не видно, серьезно? Серьезно, нашу любовь не видно? Ничего себе. Я не знал, что ее не видно. Ничего себе. Поехали к ней тогда. Заскочим на горяченькое. Ну давай, давай, да. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Угу. Че, еще газанешь ты меня? Дура. А где ты? А че ты, все? Все, спекся. Дурачок. А я, оказывается, зря сохранялся, получается. Получается, что я зря сохранялся, смотрел, появится, не появится. А ее на карте, оказывается, не видно даже. Нашу девушку. Абьюзим девушку. Абьюз девушки, чтобы получить карточку. Как вам такое название серии? На. Молодец, вовремя остановился. Ой, да давай, да, не рассказывай, да? Так, давайте попробуем ее убить прямо сейчас. Что она имеет в виду, говорят, ты не в форме. У нее изменился со юмора. В смысле? Отношения с Милли. Чё-то я не понял сейчас. Чё за приколы? Чё она этот хочет? Мужики, кто знает? Не в форме она типа хочет, чтобы я оделся, что ли? Или подкачался? Не знаю, могу сейчас в зал, конечно, сгонять быстренько. Я в любом случае мускулатуру теряю свою. Пойду сгоняю тогда в залчик, подкачаюсь. Приемы освою новые. Тут вроде как раз новые приемы можно освоить, которые, про которые я рассказывал. Что они полезны очень. То ли тут, то ли в этом. Сан-Фьеро. Кикбоксинг. Не, это этот, походу. В том зале надо было. Ну да ладно. Давайте качаться опять. Нагрузка, давай, 60. Я все-таки силач уже такой сильный. Ну да, изи. Не, давай что-нибудь это другое. Давай что-нибудь двадцаточку, что ли, какую-то. Потягаем. Потому что мышку не хочу ломать. С клавой. Постоянно нажимать. Давай попробуем. О. Меньше задействуется. Меньше нажатий надо, именно быстрых таких сильных нажимать, чтобы уважение плюс, в смысле. Какое уважение? Не понял сейчас. Я сейчас еще пойду тренеру уложу и тогда. Если хотите. О, плюс мускулатура. Тридцатка есть, можно и поесть. Плюс мускулатура. Качаемся. Приятного аппетита. Бутер. Синдако.
Плюс мускулатура. Ты сегодня достаточно позанимался. Приходи завтра. Даже два сделал. Мускулатура увеличена, сила твоего удара увеличена. Давай, все, СиДжей. Хватит выебываться, сука. Пойдем, ебало, разобьем там. Hey, you want to learn some Хочешь new изучить moves? парочку приемов? Конечно. That's it. Keep Давай, going. блядь! Давай, гондон! Сука, блядь, сейчас я ствол достану, нахуй. Уебок. Ебучий. Давай, блядина, покажи, что ты можешь, сучка. Давай, гондон. Заебал. Покажи, что можешь. Уебок. Нажми ПКМ и F. Watch Ха. this. It'll Сотри, come in запоминай. handy. Это может тебе пригодиться. Удар движения. Rush your opponent and strike fast. Чего, блядь? Добивающий удар. You gotta press home your advantage. ПКМ и нажми Интер. На нахуй. Комбо-атака. Не, в Just Санфьеро. keep piling on the pressure. Don't give your Санфьеро, opponent значит, time to надо было fight back. изучать приемы. Там более полезные приемы. Че за замах он показал? Он вот так. Ебать, у меня минус мускулатура. Мне качаться надо, блядь. У меня только что минус мускулатура было. И чё там наша любовь? Ждет нас. Наша шлюха. Которую мы абьюзим. Чтоб карту забрать. Погнали, проверим. Либо что и надо, я не понял. Либо пришматиться надо. Дрипчика приобрести. Мужик, ебать, конечно, кринжа выдал приемов. Пиздец. Ничего не скажешь. Бля, а чё, нет ее? Тут, да, вот. Можно тут дом купить. А можешь реально купить, чтобы не кататься далеко. Я что-то покупать собираюсь еще или нет? Вроде нет. Тот костюм мусорного пакета. Точно, его надо одеть. Сейчас тогда хату куплю как раз. Я забыл про этот вообще костюм. Я почему-то вышел с нее, с ее дома. Он у меня снялся автоматически. Какого-то хуя, я так и не понял. Я хотел чисто ходить угорать с этим костюмом. Всегда с этот... Всегда одетым, чтобы он был у меня. Я так всегда хотел гонять. У меня в мыслях это было, когда я гонялся за этой. За бабой. Следил. Сколько стоит? 50 тысяч, ну похуй, давай. А то мы все что-то в работе, да в работе, бля. Надо, блядь, пришматиться, прикупиться. Где тут этот был? Фотка этого, где была она? Чё-то не пойму, где эта фотка была. С голой жопой. Нихуя непонятно где. Ну да ладно. Гардероб. Гардероб у Карла вроде всегда один. Костюм. Пинко. Другая. Кожаный костюм. Вот давай. Во, блять, вот это Карл Джонс. И короче, он что-то вышел, снял его, и я что-то про этот костюм вообще забыл. Хотя хотел гонять в нем всегда. Все, выходи давай, блядь. Данжон мастер, нахуй. Данжон, бля. Мастер данжи, ёпта. Так, чё это шлюшечка? Нет ее. Давай по новой. По новой, Карл, все хуйня. А, у меня не видно, пока я дом. Говнем до финала. Но я попытаюсь. Ничего не обещаю.
Ну, я попытаюсь. Да ёбаный в рот. Чуть не удалился, не обнулился. Пошли вы нахуй. Чё за яма у вас на дорогах, на перекрёстках, суки? Бля, дайте мне куда-нибудь выехать. О. Тридцать бачей, все уже отработал, считай, почти домик. Новый. О. Давай, сучка, ебаная. Выходи из своей берлоги, ебаный. О, сейчас начнутся извращенные сексуальные игры. Опять что ли? Опять, блядь. Опять у нее. А, вот это все. В твистер играют. Твистер. Отношения с Милли плюс. Заебала это Милли. Милли рок ебаный. Не, надо до конца газовать с ней сейчас. Бля, не... Да ладно, хорош пиздеть. Ну, сука. Чего не проеду? Обожглись, пока яичницу делала. Нихуя ветер. Я ебу, ебать ветер. Я ж охуел. О, полицейские. Да, полицейским похуй. Бля, да ладно. Пизду. Бля, он опять костюм снял. Увидите эту хуйню? Он костюм снимает постоянно. Что, ему весь костюм обкончали, что ли, блядь? Сквертанули нахуй. Обсквертили, блядь, осквернили его костюм. Или что за прикол, нахуй он его снимает постоянно? Он не может постоянно в нем находиться. Когда мы с ней уже гулять будем, я ее ёбнуть могу. Давай-давай, заебал. Смотри. Хорош рассматривать свой, блядь, костюм быка, нахуй. Ебать тебя кроссы, слышь. Жестко. Так, мало ли что-то не то пойдет, поэтому сразу сохранение. Черепашка ниндзя. Ля, похож. Это еще что такое? Я думал, это жизнь. О, слышь, дай мотик. Вот их фрик ебаный. Бери с меня пример, у меня костюм пизже, чем у тебя, лох. Волосы у меня там что-то, блядь, стояк на башке какой-то. Ой, подожди. Все нормально. Что-то куда-то газанул, даже не посмотрел. Вот, вот так учитесь. Вот так боевики снимаются. Кто там базарит? Да в смысле ты упал, ты чё? В смысле ты упал, блядь? Ёбаный урод. Давай, Денджел Мастер, блядь. Поехал. Заработано. А, опять одна и та же фраза. Гулять, блядь, когда нахуй пойдем, заебало. Oh!
Она сказала сейчас другую фразу. Милли, как дела? Эй, Карл, я просто звоню, чтобы сказать, что прошлая ночь была потрясающей. Взаимно, детка, взаимно. Послушай, я подумала над тем планом, о котором ты мне говорил. Не волнуйся, я никому не говорил, даже своей матери. Я стал карт доступа и код от двери своей спальни. Милли, девочка, ты не пожалеешь об этом. Я знаю, потому что я в доле, верно? Конечно, детка, конечно, ты как всегда права. Хорошо, ловлю на слове. Ты идешь к мне дома, приходи позже. А могу карту прямо сейчас забрать. Ты получил карт доступа для ограбления казино. А, мне даже ничего для этого делать не надо было, ват. А я думал, ее валить надо будет, типа. Лёль, ват. Все, я получил этот карточку. Лол. А я ее вроде валил. А тут два раза просто костюм одел и все. Что за бред? Что за бредятина? Фиг с этим костюмом. Чё-то я не понял как-то. Прошлый раз, когда проходил, была такая дикая возня, я там по ресторанам куда чё. А тут она карту за два этих дала. What the fuck? За два захода, так скажем. В жопень. И чем они там занимались? Карты играли? Два раза в дурака проиграла, все. Загнали из шары. И все, блядь. Блядь, что-то странная хуйня какая-то. Не понял, честно говоря. Что произошло? Что-то вообще странно. Либо это такой метод, по которому я не знал о прохождении. Я говорю, я ее по ресторанам возил, помню. Как с другими бабами. С девушками Карла. Странно, бля. До этого так было. Опа. Карл, ты. Ты мужик. Возвращайся к казино 4 дракона, и мы сможем обо всем поговорить. Буду через минуту.